Ja, ist in Ordnung. So, ja, wenn ich es dagegen. Schauen Sie. Ja, Lavendel, ich weiß, das riecht. Aber. Mhm. Aber ist das schon reif? Zum ja, das ist so schön. Und dann lassen wir in Garderobe und dann ist es so gut riechen. Aber es liegt dann so in einem Sackerl, ja? In so einem Baumwollsackerl. Ja, ja, genau, genau. Muss man dann reiben? Genau. Okay. Hoppala. Dankeschön. Ja, wiedersehen. Wir sind diese Leute. Müssen das ja präzise sein? Чтобы установить камеру. Все, ну, я уже сделала. Уже снимаю тебя. Бась, будем прочувствовать? Здесь, да? Бася села. Мы сейчас находимся в нашем парке, который напротив моего дома. Он называется Гайден Парк. Потому что тут был похоронен в начале 18 века, да? 1809, кажется, Гайден умер. Композитор Йозеф Гайден, здесь была его могила. Вот, и раньше здесь было кладбище. Такое отдаление от центра. И потом оно называлось кладбище Хунстурм Фридхоф. Это здесь как-то были леса еще, видимо, такие, когда-то еще до Гайдена, видимо. И здесь был охотничий домик, видимо, собачья какая-то башенка такая, где собаки там охотничьи были. Но это мое воображение, естественно, диктует. Здесь есть, потому что площадь тоже собачьей башни, недалеко отсюда. Вот, и здесь было кладбище. Но теперь его, естественно, уже давно здесь нет. В начале... В начале 20 века все это убрали, перенесли на центральное кладбище. Здесь есть такой парк. В общем, он смешной. Это парк маленький. Здесь все гуляют, кому не лень. Но в плохую погоду здесь обычно мы гуляем. Вот тут детки гуляют. Вообще собакам здесь разрешается только ходить, пересечь парк на поводке, если по закону, так сказать. Но некоторые этого даже и не знают, и подходит ко мне много людей, подходило и говорило, что вот нельзя собакой здесь даже на поводке ходить. Но нет, все-таки в демократической Австрии на поводке с собакой можно пересечь парк. Сейчас мы поедем гулять. Лиса? Да, ты тут развалилась. Мы поедем сейчас гулять в парк на Венскую гору. На Венской горе можно отлично гулять с собакой. Там очень большая собачья площадка. Ну, там я расскажу, еще и покажу. Хотя и мы там уже столько много гуляли, раз, что все уже знают, многие знают. А это, кстати, дерево, под которым сейчас я стою. Вот это сакура, вот это, которая розовым цветом необыкновенным цветет весной, в апреле. Оно очень красивое, это дерево. За сколько ему лет? Думаю, что много. Этот парк разбит был в 1920 году. Но вот это дерево, не знаю, сразу его сюда посадили. Мне кажется, я читала в Википедии, что от Японии было подарено множество таких деревьев из Японии в Вену. Привезли, потому что они по сей день растут. И примерно, ну... Да, одинакового роста. Некоторые, если молоденькие. Это, наверное, уже от этих. Вот в каком году это было, я не знаю. Мы можем посмотреть, уточнить. Вообще в этом парке что-то только не бывает. Здесь по ночам оргии такие можно увидеть. Или днем здесь иногда устраиваются праздники, такие мультикульти праздники. Очень громкая музыка играет. Здесь район считается, когда объяснить. Но это я вам объясню потом. Пошли. Пошли. Бася, ком? Васюша. Да, у нас там гуччи лежат. Лиса, зачем ты взяла это опять? Кстати, я купила поводки им недавно, вот. На прошлой неделе. Вот такие вот.
ватки. Они короткие, 1.5 метра, но они очень удобные. Это сколько же это сантиметров, я не помню, могу уточнить потом. Потому что там разные есть, по толщине они разные бывают. Хантер. Это самый удобный поводок, который у нас когда-либо был. Очень удобно носить в руке. И длина тоже отличная. То есть собака как бы не обязана все время рядом, да, идти рядом с тобой. Но она не может от тебя удалиться, скажем, на расстояние, когда помешает там кому-то другому еще идти или пойдет в кусты какие-то, возьмет что-то. То есть это как раз поводок для города такой. Вот, стоят они 19 евро каждый. Но я думаю, что это на пару лет точно хватит. Ну, пока не надоест носить. Да, Вася? Все, лист с палочкой у нас, как всегда. Хоп! Залезайте. У нас в гараже очень темно здесь. Хотя для камеры это темно. Басечка, давай, залезай. Бася нюхает там корм. Корм стоит купленный. Мы корм. Сейчас. Что же мы кушаем? Вот это лосось с рисом. Хуся. Вернее, это сейчас мы будем кушать только. А дома у нас еще есть ягненок с рисом. Ой, нет, не ягненок, а этот. Да, ягненок, ягненок, все правильно. To end up. Nothing. It's happened to Trump Reapers. Und sein Parteikollege Dan Coats fügt hinzu, Isn't it too late? Ist es jetzt nicht zu spät, sich mit dem Kongress hinzusetzen und die Möglichkeiten zu besprechen? The options? Im Pentagon warnt man von einem raschen Einsatz von Drohnen. Die Lage im Irak sei äußerst unübersichtlich. Die Kontrolle über einzelne Gebiete wechsle nicht selten binnen Stunden. Weitere Meldungen nun von Susanne Krischke. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat erstmals wieder Kontakt zu den Beobachterteams, die vor drei Wochen in der Ukraine. Я обогнал такой Мерседес, наверное, из Организации Объединенных Наций, судя по номеру. Прямо вот перед светофором он взял и встал прямо туда, передо мной. Ну, конечно, ему нужно быстрее ехать. А мы сейчас поедем, купим попить. А, Мерседес тоже поехал туда же, интересный, наглый. И потом мы поедем гулять. Эта камера снимает не очень хорошо, как мне кажется. Вот даже в телефоне камера как-то легче снимает. Сейчас время уже 1:30. Ой, нет, только час дня время сейчас. Но мы только вышли. У нас были дела другие. Если мы выключим радио. Ну, вот обычно могла у нас. Я мы сейчас купим попить. Все. И тут. Сейчас это покажем. Guten Tag, Ihre Bestellung. Guten Tag, für mich einen Cappuccino, bitte. Nur einen Cappuccino? Ja. 1 Euro und zum nächsten Schalter, bitte, Frau. Danke. Bitte. Один Cappuccino, 1 Euro. Стоит. Gut. Grüß Gott. Danke. Habe ich Ihnen 2 gegeben? Ja. Entschuldigung. Сейчас нам дадут наш капучино. Мой голос, наверное, нельзя снимать-то. Строго контролируемая быстрость. Bitte schön. Danke. Что, Хайме? Schön. Danke schön. Wiedersehen. Я здесь просто все время покупаю капучино. Они уже знают, что мне сахар не нужен, а нужна соломинка. Поэтому они даже не спрашивают.
Лиса, вот слышите, пищала, да, Лиса, это наша Лиса. Алиса. Она у нас, ей годик. И она очень хорошая собачка. Она очень любит разговаривать. Вот она такая разговорчивая. Она говорит, типа, что вы сидите? Мы же приехали гулять. Почему вы не идете гулять, а? Это Алиса. А еще у нас есть Бася. Басечка. Покажи себя. Видите там Бася, Дашечка? Это РД интерьер. Это наш шеф. Шеф всех. Шеф наш. Да, наша директорша. Вот, но это еще не все. Дома у нас еще есть одна собачка. Собственно, из-за нее я решила сделать этот видеоблог. Есть еще Басина дочка. И РД интерьер тоже. Которую зовут Винни. Винни это не от слова Винни, типа Винни-Пух. Нет, это Винни от слова Вин, то есть от Вена. Эта собачка у нас не совсем здорова. Но у нее очень редкое заболевание. Таких собак пока что я не встречала. Хотя я разговаривала с очень, ну, достаточно многим количеством людей, потому что собаке это уже 8 месяцев. Я вам ее обязательно покажу, потому что такого встретить я не знаю, где можно. Только у меня, я думаю. И я уже потратила, конечно, очень много средств на ее лечение. Сейчас она, скажем так, в ремиссии, в хорошем таком положении находится. Ничего ей особо не требуется, кроме там раз в неделю мы ходим делать капельницу. Естественно, она получает специальное питание. И это тоже, конечно, ну, стоит, скажем так, дороже намного, чем содержать здоровую собаку. Но если так будет, то я довольна. Я просто боюсь, что вдруг у нее опять начнется, ну, что-то она скушает не то. Если это случится, если она съест много, тогда, конечно, придется ее опять лечить, и это очень дорого. Но я вам это обязательно расскажу и покажу, и скажу, что это за болезнь, когда она с нами поедет гулять или из дома. Вот. Сейчас мы пока что пойдем на Венскую гору. Вот эта тропиночка, по которой мы сейчас шли, если так, здесь кругом заросли такие дремучие, как, ну, джунгли, можно сказать. Это такое настоящее, вот непролазное такое. Здесь совсем, на самом деле зона охраняемая такая. Здесь очень много птиц разных водится. А раньше здесь было. Здесь были какие-то карьеры, потом как вроде даже свалка была какая-то городская. Но это все было. 80-е годы это все уже отсюда убрали и сделали вот такую вот зону отдыха. Собаками здесь, опять же, без поводка нельзя ходить. Если у вас воспитанные собачки, и вы можете их подозвать в любое время, тогда как бы я рискую это делать. Иначе здесь бегают, например, люди спортивные, занимаются спортом. Бегуны, джогинги, которые делают. И они иногда им не нравятся, собачки. Здесь скосили траву, и замечательно. Здесь действительно горочка такая. Тоже видите, там вот это предгорье Альп. Там снежная гора уже видна. Сейчас набралось без снега. Откуда венская вода? Собачья площадка. В Вене много собачьих площадок. Именно вот таких мест. Но это одна из самых больших, наверное. Потому что без поводка по закону собака не имеет права гулять, только вот на таких вот площадках или собственных садах и огородах. Вот в Англии, например, я знаю, может собака без поводка ходить. Это на сутуре хозяина. Иди, Басечка. Здесь замечательно. Еще бы побольше тени. Было бы еще супер. Также тут есть пруд,
сейчас его не видно. Он был довольно большой, там будет рыба. И на той стороне пруда очень замечательный ресторан, где можно просто сидеть отдохновенно и долго скушать венскую кухню. Так что я, если вы будете в Вене, вам нужно будет погулять с собакой и просто провести день, скажем так, с природой, и вам не хочется или нет времени ехать куда-то далеко, то есть это от центра здесь на машине ехать, если нету, ну, свободная дорога, ехать 15 минут. Да, Бася? Ты сейчас что сказала? Сказала гав? Да. Васечка моя. Сейчас причешем Васю, потому что очень тут сейчас тело подстригли, вот эти устюги. Расческа Лисы. Лиса, это твоя расческа? Чесалка. Да, Лисина. В Кольне не так эти устюги влезают, как в Эрбеле. И вообще она их сама вытаскивает. Периодически в квартире находишь их. Тут и собачки другие бегают. Очень крупненькие. Есть и те, которых на поводке держат. Вот. Это, видимо, молодая. У меня заканчивается просто время в камере. Я чувствую, смотрю, уже одна минута осталась для съемки. Что-то я не рассчитала, надо больше брать дисков с собой. В следующий раз так сделаю обязательно.